Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, в принципе, ребята, что я хочу сказать сразу, это то, что... Твою мать, никак я не смог включить этот конченый... просто телепорт... как это тут настроить? Хрен его знает. Никак я не смог включить вот этот... может тут что-то? Там, где пишет Disabled, вот может вот это. Нет, хрен его знает, ребят. Честно, сколько я лазил в этих настройках, никак я не мог включить вот этот телепорт. Все там, что можно было, переделал, включил, повыключал, но ни хрена. Никак я не смог его включить. Как может? Ну фиг его знает. Ну никак он не хочет тпхаться. Никак тут. Нет, никак, ребят. Хрен его знает, как это включить, но это. Если уже честно. Телепорт тут... Нет. Хрен его знает, ребята. Кто знает, кто имеет покерадар, кто может полазить вот там в настройках, если у него получится включить вот этот... телепорт, как телепортироваться, кто скажет мне, как его включить, буду действительно очень благодарен, потому что хрен его знает, как это включить. В принципе, покерадар, когда у нас был покерадар, мы, можно сказать, использовали всегда вот этот телепорт, чтобы намного быстрее можно было передвигаться и все такое. Вот сейчас, честное слово, ребята, хрен его знает, как это включить, потому что... Ну, просто хрен его знает, я уже... Вот, пошло всякие тут... Хрен его знает, ребят, я уже перелазил везде, где только можно было. Вот тут сейчас вот нашел вот эти настройки, но ни хрена тут не видно. Ух ты, ни хрена себе, даже можно менять вот это. Нет, это уже слишком большое будет. Знаете, так как и было, 30. Вот так. Ну что, в принципе, ну что, ребята, да ты чё прикалываешься, ладно, пускай. Не буду я выключать дождь идет, пускай он будет. Так, ставим Чармандера сюда, так как я говорил, что мы его использовать не будем. А дождь тут вообще офигенный. Ну, шейдерами дождь тут просто нереально офигенный, мне так кажется. Ну ладно, под дождем так под дождем. Пойдемте искать хотя бы тех же покемонов-боссов, да? Так, пойдемте. Пробежимся. Только давайте-ка мы вот лучше вот тут маркер поставим. Вот так. Чтобы знали, что хотя там дом, да, так как тпхаться мы не можем. Куда бы нам побежать, вот это? Может куда-то... Вот то, что мапа крутится, это как-то немного не так, как должно быть. Вот, давайте сюда побежим. Ну как-то... Ну ладно, мапа как бы всегда должна вроде на одном месте, да? Итак, ребята, опять выкинуло, потому что я очень быстро опять клацал. Ну, как говорили мне, то, что это выкидывает из-за шейдеров, потому что не очень, как бы, можно сказать, это все сочетается, да? Иногда есть такие места какие-то забаганные. Ну, не то, что забаганные, а просто... Ну, фиг я узнаю, как это объяснить. Просто шейдеры там чуть не пашут или что-то такое. Ну, как-то... Фиг его знает как, но что-то такое. Просто тоже иногда есть такие баги, когда просто бежишь шейдером, куда-то повернулся, посмотрел туда, и оно просто-напросто выкинуло. Фиг его знает почему. Вот, кстати, вот эта деревня, походу, это она. И покерадар намного удобнее, потому что ты можешь видеть, откуда ты бежал, куда ты бежишь, и что между тем, откуда ты начал бежать и куда ты прибежал, находится. Например, на тех всех мапах тебе показывает только окружение там, где ты находишься. Только, типа, прямо слева, справа, сзади. Вот, показывает там, где ты. А вот покерадар может показать там, те места, где ты уже был, и как бы мапа, да. И это, в принципе, так нормально.
Так, вот в этой деревне мы уже 100% были, если тут облутан. Ну да, это походу вот та деревня. Или нет? Да, это та деревня. Может, я думал, какую-то новую нашли, фиг его знает. Да, ну, в принципе, понятно, тут же все обкрадено, можно и так сказать. Ах, дождь никак не хочет прекратиться. Куда бы нам пойти, кого бы нам найти? Нам бы действительно Сквиртла нужно было, или там Машавота, например. Потому что нужен нам какой-то вот этот водный покемон. Ипно. Ладно, сам напал, так сам напал. Ах, ни хрена себе. Так, главное опять быстро вот это не клацать. Да как? Ладно. Так, отлично, 2000 или сколько там опыта. Так, ну что, поскакали, побежали вот сюда. Чё тут у нас? Это чё за хрень ещё такая? А, это сгорело. Тут я просто смотрю, такой не понимаю, чё там летает. Так, чё тут может быть в этом лесу? Тут куча всяких покемонов. Но они в воде. И чё, честное слово, боссов я ни хрена не вижу. По идее, их уже столько должно было быть, что капут. Когда я только зашел, сразу перед, сзади, спереди, ну, заспанилось где-то там 2-3 босса. А вот сейчас уже бегаю, сколько покемонов вижу, что-то ни хрена не спанится. Давайте вот туда побежим, там у нас где-то поляна опять начинается. Давайте, покемоны босса, нам экспешейры нужны. Так, я уже думал, еду дома забыли. Так, там у нас болото, но вот действительно, вот так офигенно вот этими шейдерами смотрится дождь. Например, вот дождь, да? И плюс к тому, когда мы забежали вот тут между деревьями, вот, то так офигенно смотрится, как будто, ну фиг его знает, туман, да, что-то такое, можно и так сказать. Какой-то туман, кажется. О, покемон босс, то... А, он летающий, ребят, как мы вот это чудило сейчас догоним? Никак. Твою мать. Заспавнился покемон босс, а мы его и то не смогли напасть даже на него. Потому что просто он летающий, как мы вообще его догоним, это, в принципе, никак мы его не догоним, поэтому и не пошли мы за ним. Так, ну чё, может тут какой-то хотя бы покемон будет? Босс. Так, дождь, ты уже немного запарил. Не, ну в принципе тоже всегда нужно немного разнообразия, да? Всегда солнце, о! Всегда солнце, а так хотя бы иногда дождь. А, наш инфернейп же мертвый. Я что-то как-то. Так, где он? Вот этот. Так. Главное опять быстро не клацать. Так. Эмфорос. Так, главное, чтобы не убил твою мать. А вот это я не знаю, убьем ли мы вот этим. Ну вот это как бы... О, этим лучше, ну конечно. Вот там... А, не, показалось, что там еще один босс. Нет, просто вот это далеко отошел от нас. Ох, хилбол. Так, ну что, пойдемте сюда, то уже немного промокли, да? Так, куда бы нам бежать? Там у нас обычный лес. Там у нас болото. О, там покецентр вот этот. Ну чё, давайте, может, в лес побежим. Фиг его знает, что мы там сможем найти. Ну давайте побежим. Вдруг что тогда найдем. Нам бы действительно какой-то остров или океан, тот же море найти. Но что-то я нифига не вижу, это пустыня. Пустыня нам бы тоже действительно пригодилась. Это не... Нет, это не пустыня. Это что-то какая-то такая карта странная немного. А вот только просто нереально большая равнина. И на ней просто леса, разнообразные леса и горы. Или вот наконец-то мы хотя бы море нашли. Давайте поплывем туда. Ну что-то действительно, дождь вот этот нереально долго продолжается.
хрен его знает, когда он вообще остановится. Давайте побежим. Неужели, неужели море хотя бы нашли? О, твою же, ребята, я забыл показать участников, кто выиграл, кто угадал покемона. Ладно, давайте сейчас. Сейчас, в принципе, в конце видео, ну, как бы в конце мы покажем победителя. Опять я вспомнил, твою мать, мы же телепортироваться не можем. То есть нам еще сейчас домой возвращаться, походу, да? Где наш дом? Так, 200-300. Давайте домой. Ну, в принципе, да, я думаю, уже домой можно тэпэхнуться. 200, там, допустим, 75, 300. Да твою ж... Во! Если мы не сможем включить покерадар, то будем хотя бы вот так тэпэхаться. 275, 300. Короче, 200, 300. Да, уже ночь. 200, 300. Ну чё, да, дождь уже прекратился. Офигеть, просто ты уже заколебал немного. Так, ребята, в принципе, бам-бам-бам, я не знаю, может, нет, я думаю, еще не идем выбирать победителя, точнее, да? Давайте побежим-ка мы в эту сторону, вот туда куда-то. Там мы еще, походу, вообще ни разу не были, мы всегда направо куда-то от нашего дома бежали, да? А вот тут мы еще не были. Может, там еще какая-то деревня будет. Это что такое? Flame Charge. Хм. Это, в принципе, нормальная такая. Нормальный такой удар. Темка, да? Одише, куча опять. О-о-о! Только не говори, что он опять летающий. Нет, нет. Вроде никого я летающего. Да-да, твою ж мать. Словим, не словим. Словим, ху, он не смог дальше полететь. Так, Эмфорос, твою мать. Эмфорос, Инферн, давай. Ни хрена себе. Ни хрена, ты чего, ты вообще походу какой-то. Вот, этому ты толком вообще ни хрена не сносишь, поэтому. Так. Ультрабол, ультрабол. Ребята, первый шайни. Где он? Первый шайни. Вот реально, кружок такой офигенный, фиолетовый. И там еще и босс заспанился. Только это, походу, опять какой-то там Гроудон. Какой же Гроудон? Вот этот. Фиг его знает, Диглет, наверное. Как всегда, в принципе. Я уже его слышу. Это он? Да, это он. Что делать? Ловить его? Не ловить? Хрен его знает. Это же Диглет. Да, в принципе, то, что... Да чё ты не на... Во, наконец-то. Чё ты вообще? Ультрабол, френд... Да, давайте... Я не буду просто много использовать вот этих ультраболов на него, потому что... Нахрена, это же Диглет. Конечно, я понимаю, что он шайни, но все же это же Диглет. Давайте, где? Вот. Так. Не мог там, ну, в принципе, ладно, Диглет так Диглет. Только и... О! Даже ачивка такая. О, шайни. Ух ты, чё...
Вот, ну, нет, в принципе, уже не успеем. Там был просто покемон, босс, да? Давайте вот сюда. Даже ачивка такая, таким же цветом. Вот, achievement. Catch a shiny... Да твою ж... Catch a shiny чего? Пиксельмон. Так, ребята, вот давайте сейчас, в принципе, будем выбирать нашего победителя. Где он, где он, где он? Так, вот. Не знаю, хватит ли места. Так, ставим это все вот сюда. Так, отлично. Перемешиваем. Ну что, давайте. Давайте, давайте. Нет, сначала нет. Не, ну если он в земле, то тогда мы туда даже идти не будем. Сейчас. Так. Да твою ж мать, да ты что, прикалывайся, опять в земле? Или может, ребята, я действительно возьму себе, может, там парочку, как этих, экспешеров, да, из креатива, потому что, как бы, я тогда говорил, да, типа, можно сказать, в честь день рождения, я себе возьму там парочку экспешеров, все, как бы, не было таких людей, чтобы, как бы, были там уж... Просто конкретно против. Нет, нельзя, это читерство. Никто так, мне кажется, не написал. Поэтому, в принципе, ребята... я просто-напросто забыл взять. Забыл я взять вот это. Поэтому... Может, потом возьму. Так. Да твою ж... Да чё ты прикалываешься-то? Нет, вот это вообще уже охренеть. Да ты чё, издеваешься, что ли? Всех наших покемонов один Дуктрио убил. Еще, конечно, тут есть Ивизавр, да, но... Ух, нихрена себя, Ивизавр нас спас. Дабл, так, чтобы тут нам... Нет. Хрен его знает. Давайте, в принципе, вот это... О, Тандерстон, опять. Ух, Айвизавр эволюционирует, отлично, давай. Давай, прокачивайся. Бульбасавр. О, там еще один покемон босс. Вот сейчас как раз будут вот так спавниться, чтобы хрен мы выберем победителя. Ох, вот сейчас вот это. Так, ну что... то давайте-ка мы опять домой пойдем, вылечим. И если он в земле, я уже 100% рыться не буду, потому что... Нет, он не в земле. Ай, извиняюсь, он не в земле. Так, Диглет. Венозаур. Ладно. Как будет вот это менять каждый раз вот этих покемонов, чтобы всем опыт пошел, это немного... Ух, нихрена себе. Так. А, ладно, это не то я использовал. Так, давай Темфорос. А то тот уже почти что умер. Так, отлично. Давай еще вот этим добьем его. Отлично, нормально так опыта. Иронхаммер. Нормально. Ну что, вот сейчас я уже думаю, пойдем. Все, нету больше никаких там боссов. Так, сейчас вот это еда. Что за хрень? Что за хрень? Нет, тут нифига нету. А почему это все повыкидывалось, это интересно. Ладно. Повыкидывалось, так повыкидывалось. Так, может, ну фиг его знает. Ну чё, давайте вот... Вот так. Там опять босс заспавнился, офигеть. Вот сейчас, конечно, боссов уже попёрло, да? Сначала вообще никого не было, вот сейчас уже куча. Ну, куча не куча, но так, нормально. Ну... Во, наконец. Ну что, давайте еще один победитель. Арим Марипов. Марипов. Так. Вот. Что-то она куда-то отскочила. Кого он там угадал? Дайте вспомнить... Сивадла, точно. Сивадла. Думаю, вот так как-то пишется, да?
вот так, отлично. Наш третий победитель. В принципе, ребята, то, что я думаю, что мы, наверное, не будем устраивать каждую серию вот этих выбирания победителей, да, потому что это как бы уже слишком много будет победителей, если мы каждый раз будем выбирать, да, новых и новых и новых. А так, иногда, можно сказать, будут у нас какие-то победители, да. Так, Литвик, нет, не мертвый. Эмфорос, о, давайте Эмфорос. Отлично. Так, ну, то, что я уже могу сказать, это то, что опять у нас попёрло вот эти шмотки покемоновские, потому что уже действительно их опять куча. Хотя мы убили там, можно сказать, несколько там покемонов-боссов, да? Но, в принципе, ребята, я думаю, давайте уже закончим. Нет, извиняюсь, ладно. Давайте же на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.